Так, мы снова у Вовы в гостях. Здорово, Вовчик. Здорово. Молодец. Так, мы, короче говоря, смотри. Сюда смотри внимательно. У меня вот какой меч. У тебя меч крутой. Вот. Смотри, подарки получай. Это бита. Получай. Раз. Биту ты должен шарик отбивать. Биту шарик должен отбивать. Давай, пробуй, ложи меч. Сейчас буду это запускать, а ты отбивай. Сюда. Отбак. Без пол. Давай, старайся. О, четко. Молодец. Давай еще раз. Под липим мраком небеса, но ты уже решился сам очистить небо от тоски. Скажи сединой в виски. Смотри, чтобы ты занимался спортом, получил день рождения. В чистом поле. Это для всего, и плавать, и бегать. Где начнется новый век, ждут тебя. Так. Уже давно. Очки. Возвращайся, человек. Кто будет это кидать? Не так, вот, они садись. А я сейчас начинаю, я уже что? Улетит осенний птиц, вспыхнут радостью огни. Мы с тобою равны. Подойди, скажи, короче, играем в бейсбол, пацаны. Играем в бейсбол! Все, нормально. Играем в бейсбол, у меня нормально развито. Я показываю. А, какая еще тарелка? Ложи биту, а ну, бати, ложи. Я знаю. Прикольно, будешь не кидать, а я отбивать, да? Да, запускай. Пока держи, запускай. Подожди. Смотри, твоя задача как кинуть. Аккуратно головой не ударься. Давай. Смотри, твоя задача как кинуть. Смотри, ты должен так запустить, чтобы он по кругу пошел и вернулся. Ты понял? Ага. Смотри, вот так. Офигеть, а можно попробовать? Ну не надо, тут машины, потом. Да, в орех прямо попал здесь. Дверь шатнулась. Стой. Смотри, иди сюда. Надо вот так его кидать. Ты кидаешь, получается, смотри, вот так держишь. И кидаешь, получается, так, чтобы он пошел по кругу и вернулся туда. То есть, смотри, допустим, запускаем в дом. Немножко нашего по кругу пошел, а то зарубим кого-то. Я думаю, надо его вот так кидать. Да. Тебя как зовут? Рома. Давай. Красавчик. Все.